О новостях в нашей стране. Сотни жителей области Абая получили финансовую поддержку на развитие собственных предприятий. На эти цели из бюджета направили порядка 33 миллиардов тенге. Асем Утешева расскажет подробнее. Думан Бесенбекулы – один из тех, кто решил начать свое дело. Житель села Колбатау получил грант в размере 500 тысяч тенге и открыл небольшой обувной цех. Я смог приобрести инструменты и различные материалы, все, что необходимо. Мы стараемся делать все очень качественно, вся наша обувь исключительно ручной работы. Люди видят, что отечественный товар может быть лучше импортного. На изготовление одной пары обуви у мастера в среднем уходит полтора дня. В работе он использует экологически чистый продукт. Всю обувь здесь шьют из отечественных материалов – овечьих и коровьих шкур. В ассортименте около 10 видов детской, женской и мужской обуви. Продукцию уже оценили местные жители. Часто вижу, что у павильона скапливаются машины. Люди заходят, интересуются новым товаром. Вот тоже решил зайти. Обувь, вижу, сделана на совесть. Вопросов к качеству нет. Прибегнул к помощи государства и житель Урджарского района Ханат Иманбай, бывший учитель начальной военной подготовки. Он решил заняться птицеводством. Теперь выводит бройлерных цыплят в инкубаторе. Птица пользуется спросом в областном центре. Я получил 1 225 000 тенге для развития бизнеса. На эти деньги купил бункерную кормушку, инкубатор, специальную систему, поддерживающую оптимальную температуру и освещение. Сейчас мы поставляем в город по 100 бройлеров. В будущем, надеюсь, увеличим до 500 штук. Господдержку начинающим предпринимателям оказывают по всей области. Только за прошлый год помогли 927 субъектам малого и среднего бизнеса. На это из бюджета потратили свыше 30 миллиардов тенге. По итогам прошлого года 340 проектов было просубсидировано. Порядка 150 проектам выданы гарантии. Кроме этого, были разыграны безвозмездные гранты в рамках национального проекта. У нас было заложено 100 миллионов тенге, получило меру господдержки 22 предпринимателя. В этом году общая сумма грантов, говорят в Акимате, вырастет до 130 миллионов. В приоритете будет поддержка инновационных бизнес-идей. Асем Утешева, Медет Мирханов, 24 КИЗ, область Абай.